сьогодні запросила нашого поставщика, чарівника. Значить, ми отримуємо послугу в їдальні. Значить, Сандор Валентина Миколаївна, будь ласка, сюди. Запросила для того, щоб вона розказала про наше харчування в школі, щоб вона поспілкувалася з вами, щоб ви могли задати їй питання, щоб ви могли якісь пропозиції дати, щоб ми могли якісь знайти спільні точки. Будь ласка. Ну, ви всі знаєте, що я на перший рік у вас. А є пульт? Ми стараємося. Ірочка, продукти всі заводяться на неділю. Всі свіжі, всі з сертифікатами. Поставщики наші, яких ми беремо, вже постійні. Работники мене, я вважаю, на мій погляд, що всі добросовісні. Стараються все положити, вложити в меню, доставити все. Посуду ми маємо своєвременно, все положено. Ну, вас не слышно. Візьміть, візьміть. Ну, все, в принципі. Скажите, пожалуйста, как соблюдаются нормы питания в школе? Действительно, может, не надо? Как соблюдаются нормы питания, да? По меню, как положено. А кто меню составляет? Меню мы составляем, утверждаем вороной в санстанции. Почему у вас иногда проскакивают такие продукты, как копченая с колбасой? Копченой колбасы у нас никогда не было, полукопченые. Да, полукопченые. Это позволено? Полукопченые? Да. Ну, смотрите, давайте начнем с того, что питание в нашей школе самое низкое на сегодняшний день, я бы сказала, даже ну, вот в Одесской области. Потому что в других школах питаются дети очень хорошо и намного даже дешевле. Даже в том же Личевске будем говорить о том, что там дети питаются очень хорошо. В нашей школе уже половина детей отказались от нашего от питания, которое вы предоставляете. Макароны постоянно холодные, на них трется этот сыр холодный. Меню тоже не соответствует иногда меню. Ну, вот, есть даже, вот я приходила лично, вот мы приходили и видели, что там было написано копченая колбаса, не полукопченая, а копченая. Поэтому питание в нашем, можете ли вы предоставить другое меню, как-то разработать с родительским комитетом? Ну, давайте, как мы, смотрите, чтобы, может быть, да. Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день 10 сирот, малообеспеченных 25. Группа определенного дня 85 человек. И сніданки, завтраки 120 человек. Вот это дети, значит, завтраки и группа определенного дня за счет родителей, а сироты малообеспечены за счет государства. Когда были какие-то замечания, например, дети не хотели есть там рыбу, тут же Валентина убрала их. Мы собирали сразу же родителей и просили, давайте мы укажем, что вы хотите. Хотите вы первое, один борщ на группе продленного дня, давайте мы ведем борщ. Хотите вы вот такое-то блюдо, там картошку, там то другое, давайте мы ведем. Если сейчас созрела такая потребность еще раз собраться в этом году, поменять меню, я думаю, не составит никакой труда. Мы составим новое меню, разработанное с вами. Давайте сделаем так. Я, например, делаю так. Я прошу классных руководителей, потому что они ходят, они видят ежедневно это питание. Я говорю, скажите, есть отходы? В каком блюде? Чтобы я знала, чего плохо там едят или еще что-то. На что нужно обратить внимание? Я уже звоню тут же и коррегирую. Вы тоже спросите своих деток, что они не любят, что они любят. Но знаете, дети, например, не любят у нас овощи, а их нужно давать, потому что это витамины. Итак, с учетом витамина, всего прочего, с учетом того, чтобы было более-менее сбалансированное питание, вы составьте, что бы вы хотели, какие-то блюда. Договорились? Потом я позвоню, мы встретимся. Есть нормы, причем здесь мы хотим или мы не хотим. Дети говорят, что не вкусно. Ну нету,
здесь вот я открыла нормы питания. Здесь нету колбас вообще никаких. Ни копченых, ни вареных, давайте, никаких. Давайте, давайте будем толерантными. Мясо! Подождите. Давайте будем толерантными. Можно же спокойно говорить. Можно. И решать вопрос. Почему нам говорят, что вы ошиблись, подождите. Это не копченая колбаса, это полукопченая колбаса. Но еще раз. Я лично даже сегодня еще раз попросила, покажите мне, пожалуйста, двухнедельное меню. Да, печать, санстанции. Но санстанция же пропустила эту колбасу. Прекрасно. Если это не положено, если вы ее не... Хотя и дети ее... Горсовет, я так получше понимаю, тоже горсовет пропустил. Там же тоже утверждают это меню. Горено. Давайте просто проголосуем и будем без колбасы. Вы не хотите колбасы, уберем, поставим другой. Но вам же предлагаю. Хотите, заменим. Там только второе идет, или и первое, и второе на продленное. Ответьте, пожалуйста. На группа продленного дня. Что включает питание? Первое и второе, или только второе? Мы тоже едим. Обеды, это что? Когда следите за разрабатывателем, то сказали, что два дня в неделю первые, и сказали, что готовить. Больше кислых. А остальные разы только второго. А мы просто узнавали, я в Одессе узнавала, они тоже платят 15 гривен, но они едят и первое, и второе каждый день. Это, ну, это в сумму просто не помещается. Там, скорее всего, нет, не хотели. Может быть. Там, скорее всего, есть дотации, девочки. Там есть дотации, скорее всего. Вот 15% всего обед стоит 30, как в садике. Дотационные Может есть программы. Может что у нас входит? Только получается... Мы вышли на такую линию, 100% оплата вот этого завтрака, обеда родителями. Ни других денег там вливаний нет. Это первые ошибки. Не хотели первые ежедневно. Они правильно, если бы были бы одни супы, то не было бы второго. Да, это будет так получается? Да, у нас родные, то есть либо одно, либо второе. Да, понятно. Ну как это? Ну должны быть молочные продукты. Без вопросов. Вот то, что тогда родители просили, то их назначили. Сейчас хотите изменить? Давайте изменим. Вы захватили меню с собой за две недели, вот, которое просили? Молочная каша. Сегодня была запеканка. Скажите, кто ведет контроль вашего, ну, питания в школе? Ну, медсестра. Вот. Медсестра. Ну, медсестра видела, мы в прошлый раз, ну, я не попала просто на... Я была. Да, Валя была. Там было очень много выявлено нарушений, очень много выявлено было, там, по-моему, если я не ошибаюсь, с посудой проблемы, с... Грибом, большая проблема грибом. Когда вы были? Ну, год назад, это, да? Мы это было год назад. Да. Это ну, сейчас как назад. Ситуация? Какая ситуация сейчас? Вот. Потому что я открывала холодильник, и там находятся девочки, многие меня знают и рассказывают. Холодильники прямо как сопли висели, а там были порционно порезанные сосиски. В прошлом году еще мама одна со мной была, Юля. Санитарные нормы кто-то проверяет? Сейчас СЭС выезжает. Давайте конструктивно работаем. Итак, поступило предложение. Поменять меню. Давайте от ваших классов. Пусть передадут пожелания, что вы хотите. Мы передадим вам. Вы составите меню. Мы еще раз вам покажем, чтобы уже окончательное меню можно было вести в санстанцию. Подходит такой вариант? Подходит. Первое. Еще можно любой продукт испортить. Очень просто. Что-что? Любой продукт можно вкусно приготовить. А есть продукт? Да, невкусно. Как можно приготовить кладовки для хранения продуктов? Если... Александр Александрович знает, я, например, к нему обращаюсь. Помогите нам с холодильником. Детскому саду номер один 6 холодильников, вот в школе ни одного. Что я видела? У меня трое детей. Так это подожди. Предприниматель свой холодильник привезла. Просто не хотела их туда пускать. Да, вот она и привезла. А у нас больше нет. Есть большущий, но большущий неэкономно включать, потому что электроэнергию гонит. А если будет вкусно детей кормить, тогда можно будет включать небольшой. Ну давайте не будем говорить, вкусно ли не вкусно. Жалко нет вот Антонины Ивановны, нашей учительницы. Не то, что она учительница. Она привела своего внука и благодарила. Боже, как вас вкусно пришел ребенок в школу. Не то, что там хвалю или еще что-то. Я не буду. Я сегодня два раза после обеда в школе обносила цветок.
А не может быть такого, что некоторым детям холодное просто достаточно? У нас есть, смотрите, смотрите, здесь есть, вот у нас есть, вы у нас проверяли в этом году. Вам давали попробовать пищу. Вы пробовали. Скажите, пожалуйста, в этом году. Были приглашены родители, я тоже как бы заявила инициативу, чтобы проверить столовую, потому что мой Артем ученик 3 А класса, он питается и на завтраки, и на обеды, он в продленочной группе. Поэтому как бы заявила инициативу посмотреть, с учетом, что и садики начали проверять, я тоже обратила внимание на школу. Значит, что касаемо замечаний прошлогодичных, что касаемо плесени, навесей, там паутины, все, то это все убрали, это все почистили за лето, это все привели в порядок. На кухне и в складе, где мы смотрели продукцию, никаких признаков затекания и черноты выявлено не было. То есть за лето все привели в порядок. Ну, что касаемо оборудования, это, конечно, не ко мне вопрос, мы с Любой Степановной общались. То есть, да, устаревшее оборудование, кое-что привозят свои предприниматели. Что касаемо по питанию, значит, было приготовлено плов с кусками мяса, довольно-таки мясо было, никакая ни плевра, никакой ни сала, ни жир, ничего. Хорошие, довольно-таки порционные кусочки мяса. На каждого ребенка была рассчитана порция мяса и порция плова. Это что касаемо, у них давали на продленку. Это была плановая проверка или это было? Это была спонтанная проверка, это не плановая. Не бывает спонтанно. На кухне все было приведено как бы, ну, в соответствие. Булочная продукция закрывалась марлями, то есть это была пересменка, уже перемена закончилась, значит, вся булочная продукция, она накрылась марлями, накидками, потому что ну, сезоны, помухи могут быть. Поэтому, как бы, с моей стороны, давайте предприниматель, что вы предприниматель? Да, нужно, мне кажется, что нужно в любом случае постоянно в газетах, везде говорить, призывать других предпринимателей, потому что когда есть конкуренция, всегда есть улучшение качества, тяга к прекрасному. Поэтому что вот нужно предпринимать, это и от вас? Семь годы у нас был тендер. И была всегда конкуренция. К нам приезжали с Одессы, к нам приезжали с различных сел Одесской области. Было по несколько предложений. И это. Сейчас у нас тендера нет, потому что мы не питаем начальную школу. Мы питаем горсточку детей за бюджетные средства. Предприниматель у нас был выиграл с Одессы в связи с тем, что он узнал, что на второй день отменили закон, что дети начальной школы не питаются за счет бюджета, он тут же снял и сказал, я не буду питать. И тогда на втором месте вышел победитель Санна. Так, еще вопросы есть к Валентине Дмитриевне? Нет, значит, мы договорились. Сколько времени даем на вот эту подготовку? Неделю? Достаточно? Неделю достаточно. Все, давайте оперативно работать, быстрее сделаем. Значит, от каждого класса или там с группы, с параллели. Но это не классы должны быть, это должно быть альтернативное меню от, ну, от вас, правильно? От вас должно быть альтернативное меню, где все должно быть соответственно. Правильное питание, я не знаю, какие там есть определенные нормы. Ну, то, что дается, ну, вот не первый раз ребенок говорит, дети говорили о том, что даются холодные макароны, потертые холодным сыром. Холодные, к нормативам, холодное, к нормативам не имеет. Ну, правильно, ну, так это тоже, ну, так это часть. Это другой вопрос. Суп с фрикадельками, мы говорим. Все любят. Не очень, да? Суп с фрикадельками, дети едят? На первый, на завтра. На завтра суп не надо. Ну вот пока все собрались, надо это сейчас решать, потому что потом поразумеют. Родители тогда не хотели первого, только один хочет. Тоже суп не будет, пускай будут вкусные вторые блюда. И овощи к ним поданы, и салатик какой-то. А? Кто за продленку? Все равно надо жить. Продленка, я там не знаю, выясняйте эти отношения с продленкой. У меня дитё просто не ходит на продленку.
Вот видишь, а те, которые дети, мне тоже не ходят. Но есть дети, которые до 4, до 4 в школе, все равно жидкая шоколадка. Правильно сказали, что жидкая тогда будет, не будет тогда второго. 15 гривен не хватает на первое и на второе. Я просто один раз шла в столовую за булочкой. Так, давайте ближе к делу. Ближе к делу. Каждый класс может вынести какие-то предложения. Ваши предложения. Дайте, пожалуйста, потому что Валентина Дмитриевна, она ну, снова составит еще такое же. Пусть Валентина Дмитриевна, Любовь Степановна, составит хотя бы 2-3 вида меню. Давайте. И как, это хорошее. Потому что каждый родитель, кто-то скажет, для меня картошка жареная хорошо, кто-то скажет суп с фрикадельками. Конечно. Вы как специалист своего дела, вы напишите 2-3 меню, дадите там Любовь Степановне, уже там родители соберутся из 2-3 ваших меню, мы выберем то, которое более или менее нравится. Ну что, можно не расходить детей. Да, все, это хорошее предложение. Спасибо. Спасибо. Так, все, спасибо вам большое, что вы приехали.